Мне не нравится, когда люди, испытывающие тревожность, а в этот момент, когда они испытывают тревожность, у них возникает такая эмоциональная негативная буря в его гормональном химическом реакторе, теле. И эта буря вызывает у него ряд соматических явлений, сердцебиение, тремор, потение и ля-ля-ля-ля дальше. И этот организм, его сома, как бы напрягается, устает. И испытав это, как тот алкоголик, испытав чувство опьянения от негативных эмоций, это тоже опьянение, человек, устав, говорит: как мне плохо было. И вроде бы замирает. Он же не может все время быть на взводе, хоть и негативных эмоций. Психологи им говорят: друзья мои, давайте все время успокаиваться. И вот вы все время хотите, успокаивайтесь, не давайте возникновению вот этих негативных эмоций. Ну, чтобы все время успокаиваться, надо пить какие-то таблетки или сильные делать уколы, и вы будете такие спокойные, ходить как в дурке, очень спокойно. Но человеку необходимо испытывать различные эмоции, а он привык их испытывать в негативном варианте. А я вас учу испытывать в позитивном варианте. И когда мы с вами занимаемся этими тренингами на позитивные, радостные, может быть, даже агрессивные эмоции, вы устаете. А когда человек устает, он быстрее и легче расслабляется. Сожмите кулак. После этого легче расслабить. Так вот, мы и занимаемся тем, что в своем внутреннем мире меняем привычку испытывать негативные эмоции на привычку работать с радостными, конструктивными эмоциями. Вот так и будем работать.